Кто из вас заметил, что долгие профессиональные выгорания, долго работаешь в одной компании руководителем, временами начинает произойти такое. Начинаешь испытывать хроническую усталость. Начинаешь испытывать ощущение, что, блин, надоело все. Как-то вот охота все, иногда дверь закрыть и уйти. Честно поднимите руки. Бывает такое? Это честно, да. Помните, это все благодаря неналаженной системе. Просто нервы истощаются, нагрузку испытываешь, потом устаешь. Потом реально устаешь от этого и начинаешь думать, блин, честно уже, как сказать, ну реально какое-то внутреннее сопротивление есть. Внутреннее. Так? Внутреннее. А мы это называем профессиональное выгорание. Кто из вас управляет своим бизнесом от 7 до 12 лет уже? Поднимите руки, пожалуйста. Держите руку. Вы управляете свой бизнес от 7 до 12 лет? Будете делать те советы, которые я говорю? Кто будет делать? Честно, я же вам не враг, я же вам искренний друг. Первым делом увольняйте себя. Потому что ваш взор, она уже, все идеи, которые у вас были, многие вы уже внедрили, ваш взор уже, она уже что? Дошло до того этапа, когда надо. Хотя бы на год или два отойдите от бизнеса. Мой совет к вам. Каждый квартал один раз в собрании участвуйте, все. Управляйте бизнес каждый квартал один раз в собраниях. И я могу уверенно сказать, компания будет расти 3-5 раз. Могу гарантию дать. Из опыта. Я свои бизнесы так делал. Из опыта знаю. Но не надо, вы научились как нанимать. Вы научились. Помните, что я вам сказал? Хозяин бизнеса что должен делать? Основная задача хозяин бизнеса в чем? Три показателя это какие? Ресурсы. Ваша задача заниматься стратегия, создать, то есть команда, найти людей, которые правильные люди, которые команду. Третье это что? Ресурсы. Вы должны думать об этом трех вещей, а все остальное дайте другим. Дайте другим и доверяйте им, они сделают. Один из ключевой показатель – беспрерывный найм. Потому что если не будет беспрерывного найма, у вас постоянно будут проблемы с чем? Кадрами. Постоянно будет нехватка сильных кадров. А беспрерывный найм позволяет нам, есть кому поручить, что делать. Отлично. Один из... Только вот, сели, скажем, вот так, знаешь, так вы. А сейчас уже объявление, сам этот человек занимается, уже после этого мы сами уже мышление поменяли, окружили уже, тоже хороших кадров, и это пришли. Находим. Да, то да, есть, да. Смотрите, что он хочет сказать. Просто у него русский, как у меня, поэтому он, ему затрудняется свои мысли объяснить. Он имел в виду, что раньше, когда кадр нужен, мы искали его вокруг знакомых. И этим ограничивались поиск кадра. Правильно? А может быть, вокруг ваших знакомых нету того, кто вам нужен. И тогда вы брали то, кто есть. Если и то найдется, еще с одолжением приходит. Вы его, потому что вы попросите у него, приходи у меня работай. Соответственно, потом он кривой, хромой, вы терпите. Вы терпите все его недостатки, потому что он делает одолжение. Он согласился прийти к вам. А теперь он еще говорит, мы поставили систему найма и уже вышли за пределы круг знакомства свои личные. Уже находим везде и так далее. Это первое. Беспрерывный найм. Самая важная формула. Беспрерывный найм. Тогда у вас с кадрами проблема не будет. Вы знаете, ребята, эмоция... Очень сложная вещь. Эмоцию надо контролировать. Когда вы злитесь, когда вы расстроены, когда вы устали, да лучше идите отдохните, чем всю свою злость на кого-то навалить. Но... Ну, или показать выгоды, карьерный рост, мотивационные программы, потом управить потолок. Молодец, молодец, умница. Я смотрю, по персоналу хорошо осваивали. Да. Молодцы. Если сразу нанимать дорогие кадры, это очень дорого. Содержать невозможно их. Они дорого просят иногда. И порою при первой трудности оставить и уходит. Вы платите ему дорого, но при первой трудности компания оставит и уходит. Это во-первых. Второе, я что заметил? Если вы нанимаете дорогого кадра, он дорогой кадр. Один или два дорогой кадр. Они крутые и дорогие. А остальные команда слабые. Этот дорогой кадр результат не дает так, как вы ожидаете. Это похоже, что летчика посадили на трактор не летит.
А деньги платить будете очень много. Я это делал. Я это делал. Я нанимал крутой кадр. От того, что кадр оказался один или два, а команда слабая, они не могли работать. Либо придется вам всю команду поменять, крутых нанимать. А для этого надо очень много денег. Маленькие компании, которые прибыль там 2000 долларов, 5000 долларов, 7000 долларов, нанимать там 10 крутых кадров нереально. Эти люди очень привыкли работать в крутых компаниях, и где-где налажены системы, и они даже некоторые из них не умеют наладить систему, они работали в готовой системе. Это два разные вещи. Они не умеют создавать, строить систему, они не умеют. Они работали, они готовы к системе, могут масштабировать. Вот что я понял. Теперь второй подход. Вы можете нанимать обычных ребят, от них создать, обучать, создать команду. Проблема еще где? Вы не можете их учить то, что сами не знаете, черт побери. Согласны? Вы же не можете его сделать больше, чем кто вы есть. Вы максимум его научите то, что вы сами умеете. А вы сами не умеете делать больше. А мы говорим, что что такое команда? Команда – это когда у тебя вокруг, в каждом блоке есть человек более профессионал, чем ты. Хотя бы 3 раза больше. Желательно 5 раз больше. Маркетолог 3-5 раз лучше тебя разбирает в маркетинге. Бухгалтер лучше тебя разбирает. Юрист лучше тебя разбирает в законе. Логистик лучше тебя понимает логистику. Вот это команда. Группа людей – это не команда. А теперь внимание. Как это создать? Какая стратегия из моего опыта оказалась самым лучшим по карману и эффективным? Надо найти ребят, у которых есть потенциал. Пожалуйста, внимание. Надо найти, что делать? Ребят, у которых есть что? Крутой потенциал. Крутой потенциал. Помните, пожалуйста, вот ребят, у которых есть крутой потенциал. Найти их. А теперь с этой стороны нанимать экспертов как консультанта. Эксперты надо нанимать, крутые кадры, эксперты, профессионально нанимать, как консультант. Например, это маркетолог, крутой маркетолог, его нанимаем как консультант. Но находим себе кадра, подходящий по карману, но у которого есть крутой потенциал. Нанимаем его, а это как консультант берем, в месяц 10 часов консультируют этого. Кто понял? Например, финансиста. Возьмем хорошего парня с хорошим потенциалом и нанимаем финансиста оттуда. Мы говорим, что тебе надо квартал 20 часов консультировать моего. И платим его за консультацию. И он как эксперт отвечает нам за качество и за контроль. А это выполняет работу. Потому что нанимать такого крутого мозга, чтобы он руками делал у нас, это очень дорого. Кто понял? Вот эта стратегия помог мне создать хорошую команду по карману. И много наших учеников, индивидуальщиков, я так и делаю. Несколько моих уже индивидуальщиков, я это уже потихонечку эту стратегию начал внедрять. Она работает, очень хорошо работает. Дело в том, что вот этого, у кого есть потенциал и есть желание, когда вы его вырастите, он станет преданный сотрудник. А вы его не можете учить. А его кто может учить? Профессионал. Вы согласны? Я все-таки придерживаюсь идеи о том, что повар может научить другого, как готовить хорошо. Водитель может научить другого, как ездить на машине хорошо. Согласны? Летчик может научить, как вести самолет и так далее. Точно так же здесь. Вот этих людей, профессионалы, которые крутые, ищите их, а когда видят, что они дорого просят, говорят, хорошо, послушай, я буду признателен тебе, если ты каждый квартал хотя бы 10-20 часов консультируешь моего человека. Это для него дополнительный доход. Оплачивайте ему за это. Это нормально, оплачивать. Зато эти кадры год спустя, они вырастут. Кто меня хорошо понял? Год спустя эти кадры, у которых есть потенциал, они вырастут, станут хорошими. Эта стратегия помогла мне создать хорошую команду. Используйте, будет у вас хорошая команда. Хорошая команда – это очень важно. Без него далеко не пойдем. Кто хорошо понял меня? Теперь, если вы построите компанию на долгий период, то есть у вас стратегия на 100 лет, хотите создать крутую команду, я имею в виду хорошую компанию, капитализация сотни миллионов долларов,
Каких людей надо нанимать? Молодежь. С потенциалом. Повторяю, наймите молодежь с потенциалом. Хороший потенциал. Ищите молодежь. Это правда. У них много энергии. Берете этого эксперта. Эксперт что делает? Который на 20 лет, на 15-30 лет этим занимался. Он сам суд даст им. Нанимайте эксперта как консультант. Пусть он как консультант консультирует этих молодежь. А молодежь современные, они более уклонность имеют к технологичности. Вы это заметили? Вы это заметили? Возьмете 40-летнего, у него нет уклонности к технологии. У него нет уклонности к инновации. Вот проблема где. Я это точно понял. Берите молодежь. Берите молодежь. Еще молодежь откуда надо брать? Из волонтеров. Сначала волонтеры, побольше волонтеры. Оттуда фильтровать молодежь. На волонтеров кто идет больше всех? Молодежь. Берите от них. Активисты, берите от них. Фильтруйте от них. Фильтруйте, у кого видите потенциал. А потом, но его поставьте как рука того эксперта. Быстро он вырастет. Помните, что мы сказали? Человек никогда не забывает то место, где он вырос. Никогда не забывает то место, где он вырос.